2500 гектаров виноградников и миллионы бутылок вина в год. Именно к такому объему производства стремится компания «Виноградарь Кавказа». Предприятие уже начало работу. В Моздокском районе на площади в 30 гектаров высадили первые ростки. Второй этап наметили на осень, а пока там налаживают систему капельного полива. За работой наблюдала моя коллега Алина Цгоева. Ростки немецкого сорта «Монарх» из Краснодарского края адаптируются под местный климат. Богатый на солнце Моздок раскроет вкус винограда как надо, тем более, что технология знакомая. Десятилетия наш регион вовлечен был в этот процесс, остались кадры и огромный опыт, а с недавнего времени появились еще и перспективы. Теперь виноделие претендует стать локомотивом всего сельского хозяйства республики. На данный момент мы посадили чуть более 50 тысяч саженцев. Вот. Осенью этого года мы планируем посадить еще около, наверное, 400 тысяч саженцев. Данный участок, площадь этого участка 259 гектаров. Но на данный момент мы посадили саженцы на площади 23 с небольшим гектара. Вот. Осенью планируем полностью этот участок посадить. А к этому времени появится уже капельное орошение, новые постоянные кадры и целая система по уходу за поспевающими кустами. Ручной труд, конечно, тут незаменим. Любой каприз растения будут исполнять только руками человека, чтобы потом в бутылке вино аж дышало. Здесь планируется первый урожай собрать уже через 3 года. А через 5 это уже будет полностью уже сам, ну, потенциал будет выдавать через 5 лет. Технический сорт, очень хороший сорт, он морозостойкий сорт, устойчив к засухе. Проблемами вина, точнее производством фирменного в промышленных масштабах, регион занялся серьезно. Совет по инвестициям этот амбициозный проект поддержал. Очевидно, что новой тематической площадке нужен обмен опытом с теми, кто в процесс вовлечен давно. И сейчас как раз тот момент, когда всему винному сообществу надо настроиться на свои стандарты качества. В рамках обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения уделяет очень серьезное внимание, и министерство будет всецело в рамках тех мер государственной поддержки, которые на сегодняшний день есть, существуют, поддерживать это хозяйство, естественно. Мы в будущем году планируем просубсидировать закладку этого виноградника. Уже мы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации обговорили этот вопрос. Вновь посаженные виноградники в Моздоке – настоящее искусство ровного ряда. Вот только увидеть его можно будет через год, когда поднимутся кустарники и первые листья. 259 гектаров – и это только одного хозяйства. Эту площадь вполне можно удвоить. И, как видно, работа уже пошла. Винограда надо много, ведь здесь, в регионе, можно производить 20 миллионов бутылок в год. И поэтому посадка кустарника теперь приоритет. Как в приоритете и совместный проект, завязанный на туризме. В других регионах страны уже давно успешно совмещают сельхозугодья и новые площадки. Возможно, через несколько лет здесь будут и первая дегустация, и первые разбитые на счастье бокалы. Алина Цгоева, Хетагапоев, Лидия Цахилова, Владимир Кукоев. Специально для программы «В итоге».